Креп-2 – это новый бронированный автомобиль, разработанный и произведенный турецкой компанией Atakar. Он оснащен полным приводом и при необходимости управляемыми осями, что обеспечивает превосходную маневренность в самых сложных условиях, от водных траншей и грязи до снежных районов. Компактные размеры Креп-2, наряду с его низкими акустическими и тепловыми сигнатурами, делают его идеальным для скрытных миссий. Длина Креп-2 составляет 5,5, ширина – 2,5, а высота по корпусу – 1,8 метра. Полная масса составляет 13,5 тонн. Максимальный дорожный просвет составляет 400 мм. В просторном салоне Креп-2 могут комфортно разместиться 3 члена экипажа – водитель, командир и стрелок. Машина оборудована 5-точечными ремнями безопасности и плавающим полом. Для повышения ситуационной осведомленности экипажа предусмотрены камеры, встроенные в зеркало, обеспечивающие обзор на 360 градусов. Автомобиль полностью кондиционирован, что снижает утомляемость экипажа при работе в жарких и влажных условиях, а встроенный обогреватель поддерживает необходимую температуру в холодные зимы. Навигация осуществляется с помощью бортовой системы GPS и инерциальной навигационной системы INS. Другое дополнительное оборудование на борту автомобиля включает зеркальные камеры, рулевое управление задней осью, лебедку самовытаскивания, интегрированный дисплей командира и технологию DriveBeira. Креп-2 оснащен крытым оружейным модулем, который может быть вооружен 90-мм и 25-мм тяжелыми пулеметами. Разведывательный вариант имеет модуль с 12,7 или 7,62-мм пулеметами. Для повышения живучести машины предусмотрены дымовые гранатометы. Опционально Креп-2 может быть оснащен системой пожаротушения и системой фильтрации химических, биологических, радиологических и ядерных материалов. Системы трансмиссии гибридных и дизельных версий полностью автоматические, а электрическая версия включает в себя высоковольтные литий-ионные и 24-вольтовые AGM аккумуляторы. Мобильность автомобиля улучшена за счет независимой подвески и центральной системы подкачки шин. Автомобиль комплектуется шинами размером 395 на 85 R20 с системой Runflat и дисковыми тормозами BES. Максимальная скорость 110 км в час, а запас хода около 250 км. Автомобиль способен преодолевать подъемы до 60%, боковые уклоны до 40%, а углы въезда и съезда составляют 45 градусов. На этом все. Для продвижения этого видео поставьте лайк, нажмите на палец вверх. А в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.